С началом нового учебного года сотрудники ГИБДД под особо пристальное внимание взяли школьников, ведь прошли длинные летние каникулы. Кто-то из них мог просто забыть некоторые правила дорожного движения и безопасного поведения на дороге. Поэтому сотрудники ГИБДД активно включили школьников в работу. Так, в первый учебный день они совместно с четвероклассниками школы номер 1 под руководством Людмилы Минжулиной провели акцию «Дети, цветы жизни». Ребята вместе с родителями хотели обратить внимание на безопасность дорожного движения, на то, что они 1 сентября пошли в школу, и хотелось бы, чтобы водители были внимательны и осторожны при проезде в городе Артемовском и во всем Артемовском городском округе. Не забывали о том, что дети за лето подзабыли правила, и они могли появиться на пешеходном переходе, вне пешеходного перехода. То есть водители были предельно внимательны, особенно в сентябре месяце. Ребята вместе с родителями подготовили плакаты, цветы, стихи, лозунг и обращения к водителям с призывом быть аккуратными и внимательными за рулем. Часто гибнут случайно на свете под колесами чудо-машин, насекомые, звери и дети. В этот день инспектор ДПС останавливал водителей автомобилей не за нарушения, а для того, чтобы они смогли принять участие в акции. Дети дарили им цветы, напоминали о важности соблюдения правил дорожного движения и, в свою очередь, обещали также быть внимательными и ответственными участниками дорожного движения. Дети есть? Есть, да? Какого возраста? Одной 19, другой 3. 3 года, да? Ребеночка правильно перевозите, безопасно? Конечно. У детской ответственности. Очень хорошо. Всего доброго вам. Спасибо. Да. Спасибо. 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 Вот, спасибо, моя дорогая. Я вас поздравляю. Учитесь хорошо, слушайте своих родителей, вырастите большие мозги. Ну и всего хорошего. Здравствуйте, дети! Ой, спасибо вам, хорошая, как приятно! Все, ровная дорога у вас всегда была гладкая, удачная. Спасибо вам большое! Спасибо! Водителей, принявших участие в акции «Дети, цветы жизни», было немало. Реагировал каждый по-своему. Итоги прошедшего мероприятия подвела один из его организаторов, инспектор по пропаганде Светлана Шарапова. Водители реагировали по-разному. И возраст водителей тоже был разный. От пожилых до молодых. От тех, которые имеют достаточно большой опыт вождения, до небольшого опыта вождения. Но тем не менее, все были довольны, радостны, эмоции были положительные. Что их останавливали не за нарушение правил дорожного движения, а именно поздравить с началом учебного года, а также поблагодарить за то, что они соблюдают правила дорожного движения, перевозят своих детей правильно и обучают своих детей своим собственным примером, как безопасно вести себя на проезжей части.